Уважаемые телезрители, добрый вечер, любители хоккея. На канале «Россия 24». Большой хоккей, очередной матч континентальной хоккейной лиги, в котором московский «Спартак» на правах хозяина льда в своем дворце «Сокольники» принимает нижегородская «Торпеда». Напомню, это совместный проект КТРК «Нижний Новгород» и Нижегородской государственной областной телерадиокомпании ННТВ. Трансляция, еще раз повторюсь, из Москвы. Мы с заслуженным тренером России Валерием Шапошниковым в нижегородской студии будем с вами наблюдать за перипетиями этого поединка и, конечно же, надеемся на победу. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Сегодня мы с вами смотрим интереснейший матч. Можно сказать, у «Торпеда» сейчас каждый матч как плей-офф. Небольшие изменения в составе команды «Торпеда». Не играет у нас Радек Смоляняк и также не играет Алексей Потапов, а вместо них играет Петр Счастливый и играет у нас Руслан Зайнуллин в своем звене. Так что стартовые составы команд: Виталий Коваль в воротах у «Торпеда», Владимир Маленьких и Юсуф Един в обороне, и первая тройка: Юнус Андерсон, Дмитрий Макаров и Мартин Тёрнберг. Ну, давайте посмотрим за началом этого поединка. Я познакомлю вас с первой пятеркой команды хозяев. Но сразу скажу, что в воротах голкипер Ян Лошак под 25-м номером. Недавно он появился в «Спартаке», проводит всего-навсего пятый матч. Торпедовцы начинают атаку. Андерсон с шайбой. Да, Андерсон с шайбой. И потерял на второй синей линии, на синей линии соперника. «Спартаковцы» уверенно начали эту игру, потому что, в общем-то, уверенность им придала победа, которую они... Вот Михаил Варнаков первый активно атакует защитника, ошибается защитник «Спартака», но, к сожалению, не точно. Ну, а я закончу вашу мысль. Победа, которая... Неожиданная победа, которую два дня назад «Спартак» одержал не над кем-либо, а над одним из лидеров континентальной хоккейной лиги, ярославским «Локомотивом». Да, причем эта победа была одержана с уверенным счетом 5-2, несмотря на то, что в дебюте этого матча «Спартак» даже проиграл. Вторая пятерка уже у «Торпеда»: Алексей Васильев, Илья Давыдов, защитники, и Максим Потапов, Мэтт Эллисон и Михаил Варнаков. Это то звено, которое произвело очень сильное впечатление в предыдущем матче. И, собственно говоря, этот матч выиграл. Да, 3-1 свой микроматч они выиграли. А в целом 4-3. Да, победа. Напомним, что в Риге «Торпедовцы» в свою очередь переиграли местных «Динамосов» со счетом 4-3 в очень упорном интересном поединке. Я несколько слов по турнирной таблице, поскольку возникла небольшая пауза. Здесь, конечно, просто на границе серии плей-офф. Напоминаю, 8-е место дает право. Первые 8 команд выходят в плей-офф. Здесь настоящая свалка. Приятная достаточно новость для болельщиков. «Лев», который является одним из конкурентов «Торпедовцев», на данный момент проигрывает в Казахстане «Барысу» со счетом 3-1. И если все так закончится, останется со своими 60 очками. У «Минского Динамо» и «Донбасса» по 59, у «Торпеда» 58. Представляете, какая плотная идет борьба. И третье звено уже «Торпеда»: Михаил Пилятин, Александр Евсеенков и Руслан Зайнуллин, Владимир Горбунов и Алексей Угаров. Вот в таком сочетании, в прежнем, привычном сочетании, играет третье звено «Торпеда». Проброс. А четвертое звено у «Торпеда» будет Семен Валуйскин, Петр Счастливый и Владимир Галузин. И 13-й нападающий раздет Григорий Мищенко. Ну, я напомню, тренером столичного «Спартака» сейчас является небезызвестный Федор Фонарейкин. А у «Торпедовцев» на тренерском мостике Вячеслав Рьянов. Чуть позже будет пауза, наверное, Валерий Петрович, о судейской бригаде. «Спартак» начинает атаку из своей зоны, в средней зоне. Пас на фланг и, так знаете, забросил за защитников вверх, как футбол, да? Спартаковский защитник, но «Торпедовцы», в общем-то, хорошо перехватили эту шайбу и перевели игру «Спартак» уже сам из своих ворот, начинает из глубины. Григорий Желдаков был на ваших экранах. Это четвертое звено «Спартака». 72-й номер. Звено, в котором играет, кстати, Егор Михайлов, сын легендарного хоккеиста.
А у нас вы видели Илью Давыдова, выбрасывает шайбу, и Ян Лошак вынужден остановить матч. И быстренько пробежимся по составу «Спартака». Ян Лошак уже, Дмитрий, сказал в воротах. Первое звено защитники Денис Бодров и Андрей Шефер. Нападающие номер 14 Штефан Ружечка, номер 17 Николай Бушуев. И номер 41 Олег Петров. Они как раз сейчас как раз, на площадке. Да, как раз они на льду. И по ходу игры мы будем говорить из следующей пятерки «Спартака». Тем более, что есть о ком сказать. Я имею в виду, конечно, ветерана российского хоккея Вячеслава Козлова, который тоже недавно появился в составе «Спартака». Вот это опасный момент. 17-й номер спартаковский Николай Бушуев сейчас из выгодной позиции бросал, правда, с неудобной руки. И, по счастью, шайба прошла выше ворот. И первое удаление мы видим, это, видимо, будет в составе «Торпеда». Игру высоко поднятую клюшку. Не видел эпизода, но судя по тому, как спартаковец держится за лицо. Алексей Анисимов и Вячеслав Буланов. Два главных арбитра. Вот нам показывает удаление. И два линейных арбитра. Юрис Болодис и Андрей Путилин. А удален у нас Михаил Тюляпкин. Михаил Тюляпкин. Но это была только не игра с высоко поднятой клюшкой, а видимо удар локтя. На повторе было хорошо видно. И вот первый раз в этом матче торпедовцы будут играть в меньшинстве. Давайте посмотрим, кто в квартете у торпеды. Да, Горбунов, Максим Потапов и два защитника Юса Хиетанин и Владимир Маленьких. Выбросили шайбу. Дальняя вратарская передача. 81-й номер хозяев. Александр Суглобов это был. Значит, второе звено как раз Суглобов, Радивоевич, Козлов. Да, Вячеслав Козлов, 45-й номер. И два защитника. Никита Щитов, Ярослав Опшев. Да, словацкий легионер Ярослав Опшев. Вообще возрастная команда, очень. Да, так, Спартак. Посмотришь, Олег Петров, Вячеслав Козлов, Опшев, Суглобов. Все очень взрослые игроки. Ох, как опасно. Да. Выбрасывал шайбу наш защитник и прямо на крючок спартаковцев. Опять перехватывает Гадал Максим Потапов. Но здесь нужно на себя шайбу нападающим тоже стараться поймать. И не разваливаться. Вот этот квадрат, вот в котором квадрате обороняется, вот торпедец, он должен не разваливаться. А вот сейчас ромбом. Вот так неплохо. И выбросить. Телесон побыстрее к шайбе. Не удалось это сделать. Да. Шайба остается в зоне торпеда. Вот и вот сейчас, да, совершенно спокойно. Надо ее либо подержать, что и делает Михаил Варнаков, либо выбросить, что делает вот его партнер. Да, на лицевой борт «Спартака». И вот отсюда ведь нужно опять начинать атаку из глубины. При том, что остается время. Меньше 10 секунд. Да, да, это все время. Торпедовцы неплохо оборонялись, за исключением одного момента. Что-то я не понял с графикой. Судя по секундомеру, Тюляпкину еще секунд 7 оставалось сидеть на скамеечке для штрафованных. А картинка давала другое время. Экрана, да, показала, что он уже выходит. Видимо, немножко рассинхрон. Да. Думаю, ничего страшного. Вот торпедовцы активно на лицевом поборолись. Но «Спартак» через дальний круглый борт вышел. Диагональная передача. И не обработал крайний нападающий. Третье звено у «Спартака» — это Шон Моррисон, защитники, Валерий Васильев, номер 6, Андрей Анкудинов, Артем Воронин и Анатолий Никонцев, нападающие. Галузин шайбы был, Петр счастливый. Прострелить хотел Галузин за ворот передачу на Валуйского, и Валуйский промахивается. Зато будет удаление. Да, сейчас удаление будет. Вот Семен Валуйский на ваших экранах. Сегодня матч начал сразу в стартовом составе. Грозный судья Алексей Анисимов удаляет второй раз сначала нашего. И сейчас рекламная пауза, по-моему. Да, рекламная пауза.
У спартаковцев удален нападающий Олег Губин, но вот не задалось начало этой двухминутки у автозаводцев. И вы видите, Спартак сейчас в зоне торпеда, и нижегородцам, это Дмитрий Макаров, первое звено. Сейчас, да, контратаки тоже не получилось, придется входить в зону и вставать в позиционку. Приятные новости из Астаны. Борис за менее чем за 8 минут до окончания встречи выигрывает у Льва уже с преимуществом в 3 шайбы. 4-1. Лев сегодня, очевидно, останется без очков. Макаров шайбой. Первое звено сейчас у нас на розыгрыше лишнего. Макаров за ворота. И хорошая передача на Евсеенкова. Евсеенкова, да, он тоже включался там в атаку. А вот эта передача не прошла. В результате выброс шайбы. И остается где-то порядка 50 секунд. Если верить секундомеру, который на ваших экранах. Да, Андерсон садится на скамеечку запасных. Выходит вместо первого звена на смену. Очевидно, второе. Я думаю, что Потапов, Элисон, Варнаков. Да, это как раз оно. Предыдущие игры торпедовцы дважды, да, реализовали? Да. Большинство. Да. Там из 7 шайб вообще 4 были заброшены в большинстве. По 2 раза рижане и автозаводцы использовали численное преимущество. Ну, вот этот бросок не сильный. Ян Лошак накрывает. И остается, сейчас мы увидим, я думаю, что 20 с чем-нибудь секунд. Но, тем не менее, шайба в зоне у Спартака. И вполне можно еще разыграть. Вот бросал маленьких. Владимир Маленьких, но... Для защитника не самый сильный бросок. Ну, сейчас посмотрим, если розыгрыш будет. Здесь маленьких должен на ближнем пятачке, на среднем пятачке включаться. То есть у них есть такой наигрыш, который привел к голу. Вот да, не очень согласовано. И Коваль, по-моему, не очень удачно на Элисона. И Элисон в результате потерял шайбу. В общем, численное преимущество в этот раз мы не реализовали. Счет 0-0. Опять неточная, да, передача. Более того, проброс. Сбрасывание будет в зоне торпеды. А вот уже покинул бокс для плохих мальчишек, как некоторые говорят. Губин, Олег Губин. И Спартак в полном составе. Там на дальнем плане был еще и Федор Конорекин. Спартаковский, да, скамеечка. Внешне очень сложно с кем-либо спутать. Ледовый дворец «Сокольники» вмещает 5500 зрителей, 5530, если быть точным. Большая очень группа поддержки у нижегородского торпеда, там целый сектор. Ну, трибуны заполнены традиционно для «Сокольников» не до отказа. Ну, по одной простой причине, «Спартак» сегодня занимает в западной конференции твердое последнее 14-е место. И тем не менее, как мы уже говорили, например, в предыдущем поединке разобрался с «Локомотивом». Так что ждать победы легкой кровью сегодня не приходится, малой кровью сегодня не приходится. Надо биться за эти 3 очка. Да, опасный бросок поворотом Коваля. Довольно-таки такой неприятный для вратаря. Но он справляется, и шайбой опять владеют спартаковцы. Пока внятной игры не показывает, будем объективны, ни та, ни другая команда. Шайба что-то не очень держится. Одна, максимум 2 передачи. Не до комбинации, прямо скажем. Зайнулин шайбой теряет ее. Хотя предыдущую игру не играл. Много силенок должно остаться. Должен быть сейчас лидером этого звена. Тащить за собой. Вести эту троечку вперед. Но видите, как скромненько так он прикатил в зону, потерял эту шайбу и... Атака прервалась на этом, закончилась. Ну, проброс, вбрасывание в зоне москвичей. Губин, кстати, Олег Губин, да, на вбрасывание. Недавно отбывавший срок двухминутный. Да, четвертое звено, Дима, Спартака. Губин, Егор Михайлов, номер 7. И Александр Романовский. Второй, да, Александр Романовский. Хорошо знаком нижегородским болельщикам. Спартак очередной вновь, проброс. Да, вновь хотел организовать длинную передачу под вторую синюю линию или под синюю линию соперника, и не получилось. Стоит сказать, что Спартак понес некоторые потери, правда, связанные вовсе не с отъездом в НХЛ хоккеистов. Звезд у Спартака не было. Был Александр Хохлачев, который играет за океаном, но в клубе АХЛ.
в Виндзоре. Левандовского они отдали в «Нефтехимик» за право выбора в первом раунде драфта юниоров 2013 года. Вот. И, пожалуй, вот травма Михаила Юнькова, известного хоккеиста, это тоже такая Бориса, серьезная, да, потеря. Да, и, конечно же, вратаря Сергея Борисова, на замену которому и был призван Ян Лошак. Вот торпеды сейчас нам явно показали первое звено. Оборона в средней зоне такая, знаете, в общем-то, не рискует. Вот сейчас Юнус Андерсон первым игроком атакует. Вот посмотрите, опять оборона в средней зоне. Плотная, но, к сожалению, тут немножко неточно сыграл Дмитрий Макаров. Ну, хорошо перехватил у нас Юса Хиятлина шайбу и неточная передача. Ну, в подтверждение моих слов, еще раз говорю, одна, максимум две передачи. Не держится шайба ни у тех, ни у других. Этот поединок мне больше напоминает встречу в Донецке. Ух ты, судья перепала от Дмитрия Макарова. Не мешайся. Неправильный выбор позиции судья. Должны быть вот незаметными судьи. Ну вот он был настолько незаметен, что Макаров и наткнулся на него, на незаметного. Вот видите, пользуется тренер. И сейчас до этого Рьянов тоже пользовался. Видите, проброс. Пятерка, которая была на льду, она не меняется. А тренер выпускает свежую против них. И вот сейчас тоже Спартак поменял свою пятерочку, свежую выпустил. Ну, логичный тренерский ход. Да, тактические, да, игры. В общем... Это вот сейчас атаковал Мартин Тёрнберг, да, со своей позиции с левого фланга. Хотел застать врасплох Яна Лошака, но не получилось. Спартак был в атаке. Очередной проброс, на этот раз уже совершенный торпедовскими игроками. Михаил Варнаков на ваших экранах. В последнее время трансляции... В том числе идут из других городов России. Михаил Варнаков очень частый гость на экранах, очень часто оператор и режиссер находит. И это неудивительно. Михаил лидер торпедовской команды, лучший бомбардир, 20 шайб, 18 очков. На сегодняшний день занимает 9 место в списке лучших бомбардиров континентальной хоккейной лиги. Да, это высокий очень результат для Михаила. Вообще для любого нападающего. 5 в списке снайперов, а Тёрнберг 3. Спартаковцы не входят даже в 30-ку лучших, это понятно. Они забросили меньше всех в лиге, по-моему, всего-навсего 89 шайб. Ну, Федор Канарейкин уже так много выступает и на пресс-конференциях, и дополнительная информация от него исходит из того, что он говорит, нужно готовить команду уже к следующему сезону. Ну, понятно, что этот сезон закончен. Я еще раз говорю, отрыв сейчас у «Спартака» от 8-го места составляет 18 очков. Чисто теоретически, конечно, возможно все, но только чисто теоретически. Вот Руслан Зайнуллин шайбой. Ну, давай, Руслан, бери на себя. Ну, Угарова, но не доходит до Алексея шайбы. Хотя нет, доходит. Доходит, видите, он рукой ее перехватил там. Вот сейчас Алексей Угаров в углу площадки продирается через двоих, по крайней мере, пытается это сделать. Зайнуллин нашел пасом. Бросок. И на ворота надо одному обязательно бежать. И свободным игрокам надо катить на ворота, чтобы найти эту шайбу и добить. И многоразовая такая работа под воротами должна быть, как Михаил Варнаков, да? Бросок, поиск и добивание, как он нам забил. В прошлой игре с Ригой, да. Показательный такой был гол, как нападающие должны работать, не выключаться после броска. Владимир Маленьких. Хиятанин находит передачу. Горбунов, по-моему, это был. Горбунов, да, 16 минут. Нет, не Горбунов. Это звено уже четвертое. Четвертое. Хотел сказать молодежное, с учетом появления там Петра Счастливого, оно таким перестает считаться автоматически. Да, он, кстати, это он был шайбой. Ну вот мы давно его не видели, поэтому. Непривычно, да, его манера. Не нашли глазами, взглядом. 6:40 до окончания первого периода. Дима, это и, видимо, Горбунов. Это рекламная пауза. Это был Горбунов, он просто не успел поменяться. Рекламная пауза. Возвращаемся в дворец спорта «Сокольники», континентальная хоккейная лига, «Спартак», «Москва», «Торпедо», «Нижний Новгород». Идет
13-я минута первого периода, счет 0-0. Большое спасибо нашим казахским друзьям. В Астане все действительно ясно. Менее чем за 2 минуты до окончания этой встречи Барыс переигрывает пражский Лев со счетом уже 5-1. И в случае положительного для Торпедо сегодня исхода, нижегородцы обойдут Лев в турнирной таблице. Но для этого нули надо здесь тоже разменивать. Я вам скажу, Спартак очень серьезно готовится ко всем этим играм. И нужно постараться, очень много приложить усилий, чтобы обыграть. Ну, мы сказали о том, что «Спартак» – команда возрастная. Тут палка, как известно, о двух концах. Да, с одной стороны, может быть, и, так сказать, физики не хватает, а с другой стороны, опыт никто не отменял. Да. Такой, как, например, у Козлова. Дмитрий, о, как хорошо освободился. Дмитрий Макаров, это здорово сыгрался. По-прежнему он владеет шайбой. И ему попадает в лицо, мне показалось, с клюшкой, но судья не реагирует. Евсеенков. Пострадал он в прошлом матче, но, слава богу, обошлось без травм. Первый ударили ему сзади в колено. Да, у нас Дмитрий Макарова, а у «Спартака» звена Николая Бушова. И вот уже вторые звенья. У «Торпеды» это Мателлисон, Михаил Варнаков и Максим Потапов. А у «Спартака» Александр Суглобов, Абрам Карадиевич и Вячеслав Козлов. Спартаковцы держат шайбу, пытается продраться к воротам. Бросок не глядя в сторону ворот. Да, у «Спартака» уже третья звена. Это Артем Воронин, 77-й номер, номер 12 Анатолий Никонцев. И Андрей Анкудинов, 78-й номер. Да, игра в основном идет без ворот и без опасных моментов. Ну и цена ошибки велика, я имею в виду в первую очередь для торпедовцев, для «Спартака» с турнирной точки зрения сезон можно считать законченным, мы об этом говорили. Ну и плюс не будем забывать, это третий подряд выездной матч для автозаводцев с перерывом между каждой из игр всего-навсего в один день. Я думаю, что и усталость уже тоже накопилась. Опасно. Вот опасный момент. Прощает 81-й номер Александр Суглобов. Да. Ну, здесь вот крайний нападающий. Здесь как раз с позиции за нуль атаковал нападающий «Спартака». Он с позиции защитника включился сюда на дальний пятачок. Здесь должен быть крайний нападающий Зайнуллин. В Астане матч завершен. 5-1 Барыс выиграл, как предполагалось. Хорошо, Галузин сыграл и бросает. Вот, практически из ворот рукой выбросил защитник «Спартака» шайбу. У нас четвертое звено. Счастливый Галузин и Семен Валуйский. И два защитника. Вот Алексей Васильев, 41-й был с шайбой. И Илья Давыдов, номер 4. Я что-то не вижу пока Давыдова. Должен быть Илья Давыдов. Ну и в прошлом поединке мы обращали внимание, что, скажем, во втором периоде он практически не выходил. Всего-навсего три смены у него было. Здесь наша, может быть, тоже играет. Так, 5 защитников. Я его, в общем-то, не видел на льду. Ну, откровенно говоря, вот единственный момент у «Спартака», где завершался Углобов сейчас, да, в предыдущей атаке. А так больше и моментов-то не было. Вся игра по углам. И об этом же играют без ворот и без опасных моментов. По бортам, да. И остроты-то нет. Нужно нападающим. Острее, конечно, когда владеет шайбой. Я понимаю, что каждая ошибка, особенно для торпеды, это, в общем-то, чревато. Да, может стать роковой. Да, и из-за этого так аккуратно и внимательно торпедовцы играют в обороне. Вот проморгали только с Углобова. Но и видите, и в атаке-то, в общем, ничего нет. Вот, надо обострять, обыгрывать и с броском каждую атаку. Не получилось у Дмитрия Макарова атака схода. «Спартак» владеет шайбой. Вот видите, по диагонали выбрасывает нападающий. И Йосихиетин первый оказался у шайбы и хотел выбросить, но не получилось. «Спартак» в атаке, ох, как опасно. Там менял направление. Спартаковский нападающий.
Ну вот, может быть, хорошая атака. Давай, Максим, на себя бери. Вот, вот что надо. Максим Потапов был шайбой в атаке, но, к сожалению, бросок у него не получился. Створ ворот задел клюшку защитника, и шайба пролетела выше ворот. Ну вот онлайн-статистика подтверждает наши с вами слова. На данный момент, если верить, и 7 бросков в створ ворот сделали торпедовцы, и 5 спартаковцы. Вот атаку показывает нам. Видите, только подъехал сейчас Руслан Зайнуллин. Опоздал в оборону здесь. Вам должен быть средний пятачок перекрывать. И вот этого нападающего, который с глубины открылся. Пас рукой. Пас рукой, наверное, там сейчас остановка. Да. Заканчивается, вот, заканчивается первый период. Сейчас был Илья Давыдов на льду, то есть он просто незаметен. Мы, Дим, с тобой не видим его, как в предыдущей игре Юнуса Андерсона, да, два периода не видели. Да и сейчас он так незаметен. Не успел я сказать, с языка сняли. Минута с небольшим остается до окончания первого периода. Счет по-прежнему 0-0. Это тоже может быть опасно. Бросок. Не видел шайбы, был закрыт. Да, опять хорошо, что мимо ворот бросил. Абсолютно согласен. Исполнял 18-й номер Андрей Шефер, защитник «Спартака». Вот он, кстати, снова с шайбой. У нас звено Угаров, Горбунов и Зайнуллин на льду. Ух ты! Вот Зайнуллин успел Зайнуллин. Хорошо подработал в обороне. И опять Шефера оставляют. Здесь вот на себя надо. Вот, хорошо. Нападающий. Коваль вновь вступает в игру. Перекрыл линию броска. Вот здесь четко все сыграли в обороне торпедовцы. Ну да, мы с вами видели в последних матчах, какое количество ошибок торпеда допускало в обороне. И сейчас, может быть, действительно есть в этом логика, да, что сосредоточились именно на этом элементе. Но забивать все равно придется. Последние секунды, последняя атака «Спартака» в этом периоде. Хорошо, что ушел. Ой, подворотный. Хорошо не обработал. Как потеряли игрока подворотного, а? Опять свалились на игрока, который... Ну вот напоследок шайбой. Андерсон о себе заявил, бросил на последней секунде в сторону ворот «Спартака». 0-0 после первого периода, перерыв. Первые 15 секунд второго периода матча «Спартак-Москва-Торпедо-Нижний Новгород». Счет по-прежнему 0-0. И вот дальний бросок торпедовского игрока отбивает Ян Вашак. Так во второй 20 минутке, похоже, с места в карьер. Как бы мне здесь не ошибиться. Но первый период был, мягко говоря, очень спокойным. Количество бросков, окончательный расклад о статистике 17 на 2 команды. И опасных из них было... Опасных 1-2, не более того. Не самая впечатляющая игра. Но нам, конечно, сегодня важен результат в первую очередь. Варнаков шайбой. Своей активностью, видите, так по флангу проходит и сохраняет шайбу. Ох, как против него ружечку хотел жестко сыграть. Михаил, в общем-то, увернулся. По-прежнему он шайбой. Даже на коленях, но отобрали да, шайбу. И «Спартак» начинает атаку. У «Торпедо» сегодня по сравнению с игрой в Риге не играют Радек Смоляняк и Алексей Потапов. А вместо них сегодня у нас играют... Петр Счастливый и Руслан Зайнуллин. Кто, это я для тех, кто опоздал к нашему репортажу, к началу репортажа. «Спартак» в атаке. Торпедовцы обороняются в своей зоне. Вот опасный прострел. Но шайба не доходит на дальнюю штангу. И за это, в общем-то, не удалось замкнуть «Спартаку». Это звено Бранко Радивоевича. Кстати, вот он этот прострел и организовал. Организовал, да. А у нас звено вот... Как раз Угаров, Горбунов и Зайнуллин. «Спартак» в среднюю зону проходит нападающий и вбросил. Так, Евсеенко шайбой. Побыстрее надо, побыстрее из зоны выходить. Вот хорошая диагональная передача на Руслана Зайнуллина. Сохранил он шайбу. Здесь вдвоем отобрали.
да. Контратаку, правда, организовать не смогли. Большинством «Спартак» отбирает в углу Зайнуллина. Ему, конечно, нужно было ее в глубину, эту шайбу. Вот шайба вылетела за пределы площадки. Судя по всему, в 3,5 звена играет «Спартак». Всего по 3 смены отыграли в первом периоде Губин, Михайлов и Романовский. Автозаводцы в свои 4 звена. Кстати, хочу отметить, позавчера в Риге просто феерило и искрило второе звено. Потапов, Элисон, Варнаков. Сегодня и у него что-то игра не заладилась. Да, пока такая равная игра, без острых моментов. Единственный момент вот у нас бросал Александр Циклопов по воротам торпедовцев в атаку. Торпеды, в общем-то, не создали они острых контратак, и моментов-то не было. Такая равная игра, будем говорить. Вот торпедовцы в атаке, четвертое звено, Галузин. Ох, молодец, хорошо сыграл КК. Ох, как не жаль. Попал, да, жаль. Очень хорошо сыграл Владимир Галузин. Момент действительно был, если уж не голевой, то около голевой. Посмотрите, опять так. Он это уже обыгрывал хорошо из угла. И вновь Галузин. Шайбой. Опять обыгрывает отлично его. Знаете, так от борта в середину. С подпуском под клюшку игроку обороны. Вне игры. Да, вне игры показывает Лайсман. Пока, напомню, сегодня завершились уже 3 поединка. «Авангард» дома уступил Словану в серию буллитов со счетом 2-3. «Югра», выигравшая поначалу у армейцев Москвы, все-таки уступила со счетом 1-4. Ну и, как я уже несколько раз говорил, один из соперников «Торпедо» в борьбе за место в плей-офф, за право выступать в серии плей-офф, «Пражский Лев», уступил на выезде в Казахстане «Борису» со счетом 5-1. Это 4-й поединок «Спартак-Торпедо» сегодняшнего игрового дня. А далее, поздно вечером, «Рижская Динамо» будет играть с «Атлантом». А «Донбасс» еще один из соперников «Торпедо» в известной борьбе будет принимать ярославский «Локомотив». У «Спартака» сейчас звено Бранко Радивовича, 92-й номер. И Вячеслав Козлов, номер 45-й, и номер 81-й. Александр Суглобов от разворота бросал Козлов. Я из-за чего так остановился на этом звене, потому что это такое довольно-таки возрастное. И здесь играет, скорее всего, самый возрастной игрок КХЛ Вячеслав Козлов. 41-й год, по-моему. 40 да? лет и 8 месяцев. Да, 41-й год. Дима. Он появился не так давно, провел всего-навсего 4 матча. Собственно, с апреля 2012 года не играл. Как он рассказывает, тренировался в НХЛ со своими приятелями. Но вот этого ветерана «Спартак» московский решил подключить к заключительным матчам этого регулярного первенства. Уж не знаю, как на перспективу, но сегодня он в составе и очень неплохо в последних матчах себя, кстати, да, зарекомендовал. Хорошо сейчас, да, хорошо сейчас Дим набрасывал. Да, наброс был неплохой. Андерсон, да. И там помеха была, Яна Лошакова создавал ее наш нападающий. Посмотрите, видите, как... Да. Закрывали Лошака. Да. Не очень просто ему было. Ну вот Андерсон на наших экранах. Может быть, потихонечку действительно втянется. Мы в первом матче в Донецке отметили не самую его выразительную игру. Ну и в Риге тоже не блистал. Сейчас немножко активности прибавил. Ну, знаете, новый коллектив, новые партнеры. Ну, я вот так Вячеслава Серафимовича спрашивал, Рьянова. Да, в общем-то, обмен хороший. И, знаете, два шведа, то есть Тёрнберг и Андерсон, я думаю, они, говорит, найдут общий язык. Шведский. Два шведа. И они шведский язык найдут. И на площадке, видите, они в одном звене. Ну, главное, чтобы Макаров еще немножко по-шведски тогда понимал. Ну, я думаю, поймет. Спортивный язык, он такой доступный, так что. Будет обращаться на спортивном языке. Олег Петров прошел по левому флангу. Шайба вновь у «Торпедо». Ну что, удастся что-то сорганизовать? Нет, не получается. До Элисона шайба толком не дошла. И «Спартак» в своей зоне. В общем, начало второго периода мало чем отличается от того, что мы видели в первой 20 минутке. Дим, только хотел сказать, что второй период практически продолжение первого периода.
такая же, в общем-то, вязкая, не быстрая игра. Миша ошибся на ровном месте. Да, вот лишнее подтверждение ваших слов, много браков. И даже Михаил Михайлович себе вот такое, не могу сказать, позволяет, но не получилось. Галузин два раза хорошо обострил, обыграл. Вот хороший прострел на дальнюю штангу. Не доходит шайба до дальнего нашего игрока. И «Спартак» в атаке. 3-3. Вот самое главное здесь на возврате не терять вот этих свободных игроков. Потому что может сразу обостриться эта атака. Горбунов бортом. И Зайнулин, по-моему, там выбросил эту шайбу. Варнаков почему-то оказался в этом звене. Видимо, не успел поменяться еще. И «Спартак» в атаке. А вот это уже возможность для четвертого звена. Нет, подставлена клюшка. Шайба вылетает за пределы площадки. Я думаю, что это рекламная пауза. Мы вернулись в дворец спорта «Сокольники», в Москву. Второй период. «Спартак» Москва, «Торпедо» Нижний Новгород. 0-0. Практически по-прежнему без опасных моментов. Хотя надо отдать должное благодаря Галузину. Вот в последнем отрезке, пятиминутном. И благодаря Андерсону все-таки отметились моментами из разряда тех, которые пусть с натяжкой, но все-таки к опасным можно отнести. Проброс. Дима, вот кого мы редко видели на льду, сейчас как раз у «Спартака» это Александр Романовский, номер 52-й. Четвертое звено. Да, 22-й номер Олег Губин и Егор Михайлов. Но я что-то Егора так не вижу, седьмой номер. А у нас, ну, судя по статистике, отыграл он несколько смен, так что действительно, да, просто в кадр не попадает. А у нас первый звено на льду. Да. Вот видите, опять сейчас ход, проброс был и... Первое звено Рьянов выпустил. Вот звено, которое уже... Вот, кстати, Михайлов атакует. Проброс. Да, 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 Егор Михайлов. Да, вот Егор Михайлов Егор атаковал, Борисович. Да, Васильева. И проброс. Совсем вот, юный болельщик. Да, вот видите, как он активно болеет. Во время рекламных пауз мы получаем сигнал постоянно, показывает нижегородскую, скажем так, диаспору, нижегородский сектор. Много действительно болельщиков «Торпедо» сегодня в Москве. И, в общем-то, их не только видно, но и слышно. Макаров шайбой. Вот хорошо Тюляпкин включился. Вот это скрестное движение защитника и нападающего, но... Недопонял. Проигнорировал, не до конца, да, Макаров его, вот. Опять шайба Макаров вновь. Ну, Тюляпкин бросает, надо. Вот, хорошо. Добивание! Забил! Забили! Вот, по-моему, Юнос забил, да? А, по-моему, Мартин Тюрберг. Или Тюрберг, да. Кто-то из них. Два партнера, которые вот нашли общий на язык. Наших Мартин, экранах. Мартин. Да. Тюрберг. Вот он помеху и сам же нашел эту шайбу и добил. Ну и, кстати, это, конечно, не главное, но это такой штрих. Мартин Тюрнберг забивает свою 23-ю шайбу в этом сезоне. И по этому показателю догоняет покинувшего КХЛ Евгения Малкина. И вместе с ним делит вторую строчку в списке лучших снайперов континентальной хоккейной лиги. Дим, надо сказать болельщикам, вот посмотрите, такой... Позиционные атаки забили торпедовцы гол, что, в общем-то, не так часто это бывает. Обычно они больше забивают атак сходу. Схода. Да. Абсолютно согласен. Ну, вот. И видите, они здесь, Макаров с Тюляпкиным со смены мест на борту. Еще раз передернули и нашли Тюляпкина, Макаров. И Тюляпкин вовремя набросил так, на ворота, очень опасно. И там Тюрнберг хорошо поработал по отскочившей шайбе. «Спартак» в атаке. Радивович бросает, тоже опасно, но торпедовцы справились там с этой опасной атакой. И «Спартак» из своей зоны, из глубины начинает Радивович. Сейчас действительно очень любопытно будет понаблюдать за «Спартаком». Все-таки изменится характер игры или нет? Бросится «Спартаковцы» отыгрываться или игра будет носить все тот же вот такой
вялый позиционный характер. Если бросится, значит, раскроется больше, да? Тогда торпедовцы получат возможность больше играть в контратаках. Да? Вот атака схода, атаках прямых таких, которые самые опасные, в общем. Вот, еще раз гол. Тюляпкин набрасывает. И Темберг хорошо по ней, подскочившей шайбе, да, попадает. И... Очень удачно, если бы низом пошла в щиток, попала чуть выше в руку, а так она под мышкой у Яна Лошака. Кстати, хочу сказать, я все думал, когда это вернуть. Лошак пришел в «Спартак» из Амура, где провел около 40 матчей. Так вот, у него в этом сезоне нет ни одного сухаря в активе. И этот матч тоже не станет для него сухим. Вот сейчас посовещались главные арбитры, которые сегодня обслуживают, Алексей Анисимов и Вячеслав Буланов, и приняли решение о выбрасывании этих для средней зоны. А это два лайсмена, Юрис Балодис, а вот главный тренер Федор Конорейкин, и еще лайсман Андрей Утирин. Балодис – это латышский судья из Латвии. Лайсмены тоже есть у нас иностранные. Хочу сказать, что в протоколе появилась запись заброшенной шайбы на счету Мартина Тёрнберга. Тут никаких сомнений нет. Как набрасывал на ворота Михаил Тюляпкин, мы тоже видели. Но еще в ассистенты записали Дмитрия Макарова, для которого это, кстати, 37-е результативное очко. А это уже было опасно. И Виталий Коваль вступает в игру. Да, опасно. Еще один момент. И вновь Коваль. Бушуев Николай добивал, но Коваль спасает ворота торпеды. Коваль, Коваль, вы слышите, наверное, болельщики скандируют. Не пустил защитник Угарова по флангу. Отобрал шайбу и сохраняет эту шайбу. Вот показали нам как раз Николая Бушуева, у которого был реальный шанс забросить шайбу ворота торпеды. Это был... Долго так держал ее Денис Бодров за воротами. И организовал атаку из своих ворот. Еще раз «Спартак» из своих ворот начинает атаку. Классно бросает. Дают бросить. Черт, и вновь Коваль на чеку. Вот и торпеда на льду. Четвертый звено, торпеда на льду. Все-таки спартаковцы ускорились, активизировались, то, о чем мы говорим. Так, вот небольшая стычка. 78-й номер. Не выдержал, да. Андрей Анкудинов. Валуйский, Тюляпкин. Артем Воронин, 77-й. Вот Анкудинов опять на ваших экранах. Получит сейчас по обоюдное удаление, наверное. Посмотрим. Вот видите, подтолкнул на вратаря Кудинов, да, Петра Счастливого? Да. И за это получилось. Да, все-таки будут удаления. А вот опять вновь у нас на экране Анисимов. А это второй. Вячеслав Буланов. Вот мы видим Андрея Кудинова на скамеечке для оштрафованных. Если я правильно расслышал объявление судьи-информатора, а так сказать, графика мне подсказывает, что я расслышал его правильно, 10-минутное дисциплинарное удаление, то есть составы полные, и по 2 минуты судьи никому не выписали. А вот бросает Денис Бодров сходы, и там помеха была под воротом. 5 на 5 играет, да, просто 10 минут дали Анкудинову, да? Спартаковцы продолжают атаковать. Заперли, в общем, автозаводцев на своей половине площадки. Да, добавили один движение «Спартак». То есть у них в голове надо отыграться. Ну, я, кстати, напомню, что в предыдущем поединке, выигранном у «Локомотива», «Спартак» поначалу тоже проигрывал 1-0. Поэтому никаких иллюзий, что вот сейчас они развалятся красно-белые.
Ну, Козлов, Радивович и Суглобов. Альдо, да? Вот Радивович шайбой. Суглобов, Козлов. Торпедовцы перехватили шайбу и Михаил Варнаков. Хорошая передача, неплохой бросок Андерсена. Извиняюсь, за ворот был шайбой. И завершал атаку Юнас Андерсен. Не попал сходу. Хорошо, хорошая атака. Лишний раз напоминаем болельщикам, что атаки сходу у торпеды – это их, Санек. Да, их оружие, которым надо пользоваться. Спартак, вот видите, со смены мест на борту играют. Это Ружечка шайбой, да, 14 звеня? Да, Штефан Ружечка. Бушуев и Олег Петров в этом звене. Торпедовцы в атаке. Вход в зону. Передача. Чью-то клюшку попадает шайба и меняет направление Шайбицев движения. Не смог, да, завершить атаку броском. Спартак в атаке. Хорошо, Тюляпкин. Давыдов. Тюляпкин был, да, знаете. Мне показалось Тюляпкин. Меньше 8 минут до окончания второго периода. Торпедовцы ведут со счетом 1-0 в матче против столичного Спартака, который проходит в Сокольниках. Евсеенков. По футбольному тогда хотел разобраться с шайбой. Клюшку ему там зажали, вверх подняли, ногами работал. Вот атакует Зайнулин, защитника Спартака. Шона Моррисона. Да, и вот посмотрите, своей активностью он очень заставил ошибиться, но здесь не зацепились за зону торпедовцы, и бросок такой опасный поворотом торпеды. Количество бросков явно увеличилось, количество бросков по воротам и бросков в створ ворот. Это третье звено на льду. Это Никонцев атаковал. Повеселее игра пошла. Вот Никонцев шайбой. Закрыл так своим телом. Выскочил все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй, какая ошибка маленьких. Сошла шайба с крючка, не получилось передачи у Васильева, но хорошо, что все хорошо закончилось. Малуйский шайбой. Решил бросить сам, но шайба тоже сошла с крюка. Счастливый, Валуйский. Там на лицевом борту хорошо сыграли. Друг другу помогли. Галузин шайбой. Хорошо переводит на Давыдова, да? Макаров, Давыдов. Галузин, и шайба уже у Спартака. Да, Галузин, видите, остался вместо подключившегося Давыдова вместо защиты. Меньше 6 минут остается до окончания второго периода. Я думаю, что ближайшая остановка, если затянется, поскольку будет объявлена рекламная пауза. Ну а пока атака Спартака. Да, Спартак как явно прибавил движение, да, в активности. А сейчас хорошо. Торпедовцы перевели немножко игру в зону Спартака и тем самым сняли напряжение с ворот торпеда. Здесь Эллисон побыстрее надо, и хорошо там Давыдов подкатил помочь Эллисону. Передача. Крага лежит там. Ну, да, на льду. Передача. Такой недопас. И чуть-чуть выскочил один. Один. Торпедовский нападающий. Потапов шайбой. По вторую. Как здорово нашел Михаила Урнакова. Нет, не забил Миша. Да, Михаил, знаете, на пересменке это называется. Он открылся, прям вышел на лед со смены и остался под второй синей линией. И, видите, его Потапов нашел этой длинной передачей. Не удалось реализовать. Мы помним, в прошлом матче у Михаила был примерно такой же момент и тоже не очень удачный. Да, с другого... А, да-да-да, он чисто выходил один на один. Вот, вновь в атаке. 2-1. Хорошая атака может получиться. Да, к сожалению, из добивания тоже не получилось. Да. Зайнулина. Лошак переиграл. И рекламная пауза. Возвращаемся в дворец спорта «Сокольники». Концовка второго периода матча «Спартак-Москва-Торпедо-Нижний Новгород». Впереди гости.
нижегородцы 1-0. И игра в этой 20 минутке, конечно, повеселее, особенно таковой она стала после заброшенной шайбы, которая на счету Мартина Тёрнберга. Сейчас буквально прям в одной смене возникли два удаления. Сейчас удаление будет. Возникли два момента, которые создали торпедовцы. То есть Спартак раскрылся, побежал. И Михаил Варнаков выскочил сейчас один на один, да? И еще выскочил. У Зайнуллина был момент. Два в один, да. Ну а сейчас очень не кстати удаление Галузина. Да. Правильно, не кстати, Дим. Да, в первом периоде, напомню, по разу удалялись хоккеисты одной и другой команды. И поскольку счет был 0-0, вы понимаете, реализации не сложилось ни у тех, ни у других. Вот в этой 20 минутке первое удаление. И оно как раз у торпеда. Обороняются у торпедовцев маленьких Хиетанин и Горбунов и... Потапов. Сегодня один Потапов играет, Максим. Кстати, вот он выбросил шайбу из зоны. Как небрежно Спартак, сыграл спартаковский, да, хоккеист. Ошибаются. Кстати, это был никто иной, как ветеран Вячеслав Козлов. Не похоже. И на старуху, говорит, бывает проруха. Да, не похоже на него, чтобы так ошибиться в среднем зоне. Вот они со второй волны в подзону. Многие команды наигрывают. Вот Козлов шайбой. Бросок от защитника. Не попадает в ворота. Радивович шайбой. Хорошо там Виталий располагает щитки. И Спартаку не удается поразить ворота торпеда. Спартаков все разыгрывает. Держит шайбу в зоне. Время, правда, штрафное потихонечку истекает, но его все-таки еще достаточно много, 30 секунд. Браво, Коваль. Бросок из под игрока. Да, опасный очень бросок, да. Это был Алексей Суглобов. Александр, простите, Суглобов. Да, из-под ног, из-под защиты, опасный бросок. Правильную позицию Виталий Коваль выбрал. Ну, здесь, в общем-то, Виталий загнал нападающего. Очень грамотно, так, да. Поставил щиток и не дал пробить. Он его загнал на такой угол, что там уже некуда было забивать. Это, кстати, был защитник. Никита Щитов, да. Щитов или Щитов, правильно. Здесь ударение у нас не представляется. В общем-то, извиняюсь, если неправильно произнес мою фамилию. Коваль. Щетка. Фиксирует шайбу в ловушке. Это бросал Андрей Шефер. Защитник из первой пары. Они с Денисом Бодровым сейчас на льду. И звено Ружечка, Бушуев и Олег Петров. Кстати, Шефер один из самых результативных защитников команды «Хозяев». Не очень много, 11 очков всего-навсего. Юса Хиетанина, скажем, лучшего бомбардира нижегородского торпеда среди защитников, 18 очков. Готовится выйти на лед Галузин. Хорошо, и выходит. Себя. Здесь атака продолжается. Здесь надо помогать защитникам выбросить эту шайбу и разобраться. Мартин Тёрнберг. Надо выбросить шайбу, чтобы вышло полное тепло. Мне показалось, что против Евсеенкова не совсем по правилам сыграли. Ну, шайба вышла в среднюю зону около полутора минут до окончания второго периода при счете 1-0 в пользу торпеды. Продолжается атака. Проброса нет, показывают судьи. Видимо, кого-то задело. Надо разобраться, нельзя так оставлять одного. Посмотрите. Торпедовцы, в общем-то, потеряли одного нападающего. Здесь, ну вот сейчас полегче. Счастливый должен атаковать его. Ух ты, вот еще две минуты в лучшем случае. Если без травмы, игра высоко поднятой клюшкой. Я скажу, здесь
Зайнур, в общем, все правильно делал. Ну, что... Не нарочно, да, что мог делать? Быть опасный бросок, и он, в общем-то, предотвратил этот бросок. Канарейкин на ваших экранах. Федор Канарейкин. Итак, две минуты, из которых минута с небольшим во втором периоде. Есть для реализации численного преимущества у «Спартака». Ну и, соответственно, остаток перейдет на третий период, если все нормально сложится для «Торпедовцев». Горбунов, Потапов у нас обороняется, и Хиетанин с Владимиром Маленьким. Нашел все-таки пасом партнера, но не очень удобно было бросать. Передачу надо перекрывать. Чуть-чуть нужен поближе к своим воротам Горбунов должен быть. Вот еще раз. Ну, хорошо. Вот забирай этот кулы. Квадрат, который организовали торпедовцы, он не должен рассыпаться. Если как он неправильно немножко один убегает куда-то на борт, или на лицевой, или на боковой борт, на пол борта, сразу сюда включается защитник обычно, соперник. Так что вот сейчас выдерживали этот квадрат и все было нормально. 23 секунды до окончания второго периода. Торпедовцы в меньшинстве. Эллисон на трассе. Варнаков. Через борт. Васильев. Скорее всего, Евсейников, да? Сейчас посмотрим. Последняя атака, вернее, последняя попытка атаковать в этом периоде. Ушла шайба с крюка, но продолжение и окончание. Окончание второго периода. Спартак, Москва, Торпедо, Нижний Новгород 0-1. Нижегородцы ведут. Нас ожидает третий период. Еще раз добрый вечер. Мы возвращаемся в Москву, во дворец спорта «Сокольники». Очередной матч континентальной хоккейной лиги. Спартак, Москва, Торпедо, Нижний Новгород. После 40 минут игры автозаводцы впереди со счетом 1-0. Эту шайбу во втором периоде на 28-й минуте забил Мартин Тернберг. В ассистенты ему записаны Дмитрий Макаров и Михаил Тюляткин. А третью 20-минутку торпедовцы начнут в меньшинстве. И отыграют 53 секунды, если все пойдет для торпеды благополучно. Эти 53 секунды на скамейке для оштрафованных проведет Руслан Зайнуллин. Причина его отсутствия – игра высоко поднятой клюшкой. Да, ну, Дим, надо сказать болельщикам, что торпедовцы забили очень хороший гол после розыгрыша позиционной атаки, да, там… Долго сохраняли шайбу Макаров с Тюляткиным. Вот. Потом еще раз они перепаснулись и в конечном итоге отдали пас Тюляткину. И Тюляткин набросил на ворота, а Тёльберг нашел ее и добил. Оказался самым расторопным. Да, Спартак уже с шайбой начинает третий период со входа в зону. Играет в большинстве. Радиович шайбой. Пас защитнику. Опасно на пятачке. И здесь выталкивается хорошо отсюда шайбу. Да, должны помочь защитники. Молодцы, в общем-то. Выбросили шайбу из зоны торпеда. Сами спартаковцы, да? Ну да, не точно сыграли. Пас назад был. 12 секунд до выхода на лед. Руслан Зайнуллина. Торпедовцы выстраиваются здесь на своей сильной линии. Спартак только вбросом в зону. Но торпедовцы первый на шайбе. И Эллисон хотел сыграть на Руслана Зайнуллина. Тому не удалось обработать шайбу под второй синей линии. Вот опасный момент. Видите, вот здесь хорошо подработал Хиетанин. И не дал добить шайбу. Это показывает Зайнуллин. Звено у нас Мэтта Эллисона. И он, кстати, на вбрасывание. Да, вот Николай Бушуев
решением арбитра отправлен с точки сбрасывания. На смену ему пришел Олег Петров. Это первое звено команды «Хозяин». «Спартак» в атаке. Вот Сострова была бросает. Там ворота сдвинуты. Судья останавливает игру. Для тех, кто, возможно, только что подключился к нашей трансляции, напомню, что это четвертый поединок сегодняшнего игрового дня, воскресенье 20 января. «Авангард» дома уступил слово, но по серии буллитов 2-3. «Югра» также дома также уступила ЦСКА 1-4. А вот «Барыс» из Астаны на своей площадке переиграл «Пражский Лев» со счетом 5-1. Это рекорд отражает бросок. Ну, для нас, в общем-то, это опять неплохой исход. Я имею в виду, что Лев проиграл. Он довольно-таки близко по набранным очкам с Торпедо. У них 60 очков. 59 Минск, 59 Донбасс и 58 Торпедо. Не хочу из суеверия просто обозначать, как изменится положение в турнирной таблице при благоприятном для «Торпедо» исходе. Нам осталось дождаться 18 минут до окончания третьего периода, и тогда уже посчитаем. Зачем же назад-то Горбунов? Опять, в общем-то, осложняет. Ну, хорошо так вышли из зоны через дальнего защитника. Нужно как можно быстрее из зоны выходить торпедовцам и меньше играть в своей зоне, тогда будет меньше ошибок. Торпедовцы в зоне «Спартака». Зайнулин первым игроком так мешает создать контратаку, что, в общем-то, и помогает Тюляпкин шайбой. Да, проброса не последовало, видимо, кому-то в конек попала шайба. Но, собственно, спартаковцы сами ее отдали, так или иначе. Козлов. Шайбу. Да, Козлов на небольшой скорости обыграл Счастливого. И торпедовцы выбросили шайбу. Галузин. Это четвертое звено у торпеды. Счастливый, Галузин и Володьский. Маленький Хетов. Это было опасно. По-моему, как раз Вячеслав Козлов там был на дальней штанге и пытался организовать добивание. Счастливый, хороший бросок вот с этих позиций. Он частенько забивает из-под ног. Сейчас бросил из-под ног защитника. И, в общем-то, сложно было Яну Лошаку. Не справился. Свисток арбитра. О чем он говорит? А шайба вылетела, наверное, от вратаря попал нашего второго Андрея Маслакова, скорее всего. Столкнулись голкипер красно-белых со своим нападающим Артемом Ворониным. Какой хороший момент был у Тернберга, да? А вот то, о чем я говорил. Козлов на дальней штанге пытался ее закрыть, замкнуть эту передачу. По счастью, для нас не получилось. Коль вновь вступает в игру. Кстати, по второму периоду по количеству бросков догнали спартаковцы и обошли торпеды. Но все-таки не так много бросают по сравнению со среднестатистическими показателями. На два периода 19 у «Спартака» и 18 у торпеды. «Спартак» сбрасывает шайбу в зону торпедовцев, но торпедовцы четко выходят, подставил крайний нападающий клюшку, и шайба выходит в среднюю зону. Вновь «Спартак» из своей зоны начинает атаку вот по флангу. Да, не собирается спартаковцы сдаваться. Ну там что-то нападающий помехи создает Ковалю. Потерял шайбу. Потерял шайбу Виталий. Да, создается впечатление, что мы играем в меньшинстве. Это тем более удивительно, что на льду ведущее звено торпеды. Мы видим сейчас Михаила Варнакова. Спасибо. Сегодня, вот вынужден я повториться, той игры, которую мы видели в исполнении Варнакова, Эллисона и Потапова два дня назад в Риге, мы, к сожалению, не наблюдаем. Собственного игрока попал. Олег Петров.
36 матчей и, как видите, порядка 14 очков. Я уже говорил о том, что «Спартак» забил меньше всех в КХЛ, поэтому даже лидеры Штефан Ружечко и Бранко Радивоевич набрали по 18 очков, лидеры команды. В то время, как мы говорили, у Варнакова, Макарова 38-37, двое больше, двое лучше. Ну, это прогресс. Почти меняться нельзя, торпедовать можно. Ну, в общем-то, не уставшая пятерка у торпеды, и Рьянов не меняет их, в общем-то, дает еще возможность сыграть в зоне атаки. Ну, насчет не уставшей я бы, может, немножко поспорил. По сегодняшнему матчу может быть, да, но не будем забывать, что это третий поединок, выездной третий поединок за последние 5 дней. Причем плечо тоже такое немаленькое. Донецк, Рига, вот возвращение в столицу нашей Родины, что называется. Поэтому я думаю, а с учетом того, что в первом матче мы прошли через овертайм, через серию буллитов, все-таки физическое состояние команды, впрочем, как и спартаковцев, которые тоже провели 3 матча, правда, домашние, далеко от идеального. Надо продержаться еще порядка 15 минут. Ну, в принципе, да, общая усталость накапливается, потому что через день игры, третья игра. Я просто говорю, в данный момент... Согласен, я именно звено это, не перегрузился, именно это имел в виду. Только начали из-за этого, и их не менял Рьянов. Чардер. Макаров. Ну, сейчас бросок. О, хорошо. Добивание, ну! Поработать. Нет, там, теперь да. Не повезло Андерсону. Да. Юнус там был как раз на такой позиции, где создавал помеху вратарю. Ян Лошак сегодня играет у «Спартака». И он ему создал помеху. Но Лошак справился. Зайнулин. Отдал ему буквально шайбу Александр Суглобов, но не сумел толком распорядиться. И тем не менее, шайба продолжает находиться в зоне красно-белых. Через защитника, бросок. Ложится под бросок там нападающий «Спартака». И «Спартак» теперь в атаке. Суглобов. Хорошо так, по-футбольному. Да, по-футбольному именно. Сыграл нападающий «Карперовцев». Вывел шайбу в зону. «Спартак» организуется в атаку. Торпедовцы выстроились в средней зоне и не дают организоваться спартаковцам. «Спартак» вот только через фланг входит в зону. Защитник будет сейчас бросать. Он хорошо себе сыграл. Маленьких это был Владимир Маленьких. Лег, да, под шайбу. Да. Забить. Нет, не удается. Это, по-моему, Семен Валуйский там, да? Да, по-прежнему четвертое звено на площадке. По-прежнему Рьянов доверяет всем звеньям, не переходит на игру. Ну тут вернемся к тому, о чем мы сказали ранее, что это все-таки третья игра, выездная, с перелетами. И, конечно, лидеры команды тратят большее количество сил, поддержка им нужна. Конечно. Вот сейчас хорошо Галузин опять открывал ворота «Спартака», к сожалению, не попал. А вот «Спартак», хочу я вам сказать, полностью перешел на игру в 3 звена. Не видно 4-го звена у «Спартака». Отца с угла бросал, а там уже готов был добить Максим Потапов. Рекламная пауза, последняя в этом матче. Москва, дворец спорта «Сокольники», матч континентальной хоккейной лиги «Спартак», Москва, «Торпедо», Нижний Новгород, 0-1. Идет третий период, ближе к середине. Нижегородцы выигрывают с минимальным счетом. Тюляпкин здесь ведет борьбу на борту с нападающим. И проигрывает ее. Да, дает выехать. Крайнего нападающего. Андерсон шайбой. Выбрасывает сам себе. И борется. Да, устремляется к шайбе. Опасно. Владимир Маленьких бросает. И Ян Лошак переводит шайбу к борту. Вот спартаковцы ее подхватывают. И сейчас
попытались организовать свою атаку. Пока не очень у них получается. Тяжелая игра для обеих команд. Вязкая борьба. Шайба выходит за пределы площадки, насколько я понимаю, очередной свисток. 18 номер команды хозяев — это Андрей Шефер, один из ведущих защитников, играющий в первой паре. Да, вот Селяткин и здесь. Обострение получилось. Андрей Анкудинов, да, выскакивал на пятачок, и это могло быть опасно и чревато. Опасно такого брасывания в центральном круге. Меняют первых игроков на обратном виде. Неправильно встали. Зайнолин. Выиграли в брасывание торпедовцы. И сейчас за воротами. Хороший перевод диагональный. Горбунов, Угаров. Наоборот. Не прошла передача. Вот так, в атаке хорошо на себя поймал Шайбу. Зайнолин. Вот так, в средней зоне. Шефер. Перепас между защитниками два раза делает. Валуськи подставляет клюшку. Да. И срывает потенциальную атаку. Вот, хороший прием. Жесткий применил Селяткин. Это подборка, вот видите. Горбунов, Галузин. Удаление как раз было. Максим Потапов. Спартак в атаке. За счет вбрасывания вошли в зону. Олег Петров там держит шайбу. Но не нашел пасом своего партнера. И она уже у автозаводцев. А вот Максим Потапов ее потерял. А тут еще одна ошибка. Серия взаимных ошибок. Меньше 10 минут остается играть в третьем периоде. Ружечка. Остров в глаз бросает. Пытался застать врасплох. А вот опять в атаке Виталий Ковалев. Варнаков. Активно очень сегодня опять проявляют вот эти вот свои положительные качества. Бойцовские. Да. Ну, сегодня, надо признать, не столь он заметен, как в Риге и как в Донецке. Ну, они большая нагрузка на них была, особенно на Михаиле Варнакове. Вот, из-за этого сложно сыграть все игры на одном таком дыхании, на одном уровне. Вот. И за это, в общем-то, сегодня играют очень внимательно все на оборону, и особенно нападающими. Ну, помогают много, посмотрите, сколько. Нападающие много помогают в обороне. И за это не так ярко заметно в атаке. Согласен. Сегодня акцент больше сделан на оборону. И вроде в какой-то момент мы решили с вами, что сейчас «Спартак» бросится в атаку. Да, собственно говоря, такой момент был, да? Да, был. Пошли спартаковцы атаковать, и «Торпедо» провело несколько неплохих атак встречных, и имели шансы отличиться, не реализовали их. А вот сейчас игра в такое прежнее русло, в каком она была в первом периоде, в начале второго вошла. «Спартак», безусловно, хочет отыграться, но пока чего-то сверхъестественно острого не создают у ворот «Торпедо». Вот торпедовцы не мудрят, в общем, правильно делают, используют круглый борт при выходе из зоны. Вот, какая ошибка. Тюарбек. И не успел. Количество брака, в общем, запредельное с обеих сторон. Да. На ровном месте, может быть, действительно усталость сказывается, не знаю, что еще. Но дарят друг другу шайбу раз за разом.
Спартак, кстати, играет третью игру. Я говорил об этом. Подряд, да. Правда, на домашнем льду, но тем не менее. Тем более, мы помним, прошлая игра была с Локомотивом, а первая игра была со столичным Динамо, и там они бились тоже до конца, фактически до финальной сирены, только в концовке уступили. Последнюю шайбу в пустые ворота пропустили. Поэтому сил тоже было отдано немало. А с учетом того, что, опять же, мы сегодня упоминали, команда возрастная, это не могло не сказаться. Вот здесь надо разобраться. Опасно. Хорошо, что отскок такой был в угол. Звено Зайнуллина. Горбунов, Угаров. Торпеда. Перекрыли дальнейшие пути продвижения шайбы. Выбросили. Все правильно. Зайнуллин, все правильно. И поменяться, потому что уже переигранный отрезок довольно-таки. Долго играет это звено. Вот что и делают торпедовцы. Звено Мартина Тёрнберга. Ой-ой-ой-ой-ой. Ковалю респект. Коваль молодец, да. Элис с шайбой. Варнаков. Но! Да как же так? Элисон, Элисон. Позиция была убойная. Да, прям 3 метра по центру ворот, 3 метра от ворот. Да, жаль. Каждое очко торпеды выцарапывает с мясом, с кровью. В общем, готовим валидол на концовку третьего периода. 6 минут остается до окончания третьего периода. Хотя и в конце второго периода, и сейчас, например, можно было бы часть напряжения снять. Вот смотрим, Варнаков отдает, а голкипер попал прямо во вратаря. Лошак очень здорово сыграл. А вот видите, какой отскок. Это везение. Везение, прямо будем говорить. А это вот Вячеслав Козлов. Козлов. Опытный мастер. Очень долгое время играл в НХЛ. Воспитанник Воскресенского «Химика». Наследственность хоккеиста. У него отец очень долгое время играл в «Химике», тоже высшая лига. И долгое время работает тренером в детской спортивной школе. Ну, давайте. Тёрнберг сохранил шайбу. Да, к игре. Ну, хорошо, торпедовцы выходят из зоны. Да, распасовка такая удачная получилась, но продолжения нет, видимо, идет смена. Да, это Андерсон. Торпедовский фан-сектор болельщицкий. Активно поддерживает команду. Ну да, 5 минут 40 секунд до окончания третьего периода. Петров начинает атаку. Не игры даже. Не игры. Да, судья с нами согласился после некоторой паузы. Но для нас было очевидно по картинке, что двое вкатились в зону раньше, чем шайба свалилась туда сверху. Да, звено Ружечки на льду Спартака. Это Олег Петров, Ружечка и... Николай Бушуев, центральный нападающий. И два защитника, Шефер и Денис Бодров. А у торпедовцев звено Зайнуллин, Горбунов и Угаров. Алексей Угаров. Вот Зайнуллин первым игроком. Хорошо. Вот атака 2 в 1 может. Посмотри дальний. Вот. Зайнуллин вот, отдает передачу и... Ну как же ты не забил? Удаление должно быть у Спартака. Да. Хотя бы так. Как же Горбунов или Угаров там не забил? Жаль. Горбунов. По-моему, это был Горбунов. Сумел все-таки Зайнуллин выбросить шайбу вот сюда. Будет назначить? Нет. Нет, назначает. Ну, надо отдать должное Лошаку опять-таки, да? Закрыл угол. Нет, это был Угаров, кстати. Я говорю, Угаров. Или Горбунов, потому что сразу не видно было. 2 минуты получили. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. 2 минуты Бушуев получает. Николай Бушуев, нападающий. За 5 минут до окончания третьего периода. Упускает шайбу торпедовцы. Ну, в любом случае, это хотя бы это передышка. В любом случае пойдет на пользу. Элисон, Урнаков и Потапов. Такое звено. Бросок.
Да что ж такое, а? Не идет шайба в ворота. Михаил Варнаков атаковал схода. Бросок там не попал. Ну, добивание! Эллисон. Еще раз. Нет, не попадает уже по шайбе. Вот теперь 2-1. Нет, нет, догоняет Макаров. Эллисон доработает. Да. Эллисон, простите, да. Снова стали в зоне. Эллисон. Ну зачем? Вот, в центр. Зачем же отдавал там у нас? Да, в общем, было эффектно, но не очень эффективно. Да, самому нужно было атаковать. 3-2, посмотрите, атака. Хорошо, что Васильев тут со спартаковцем остановили шайбу. Ай-я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 й. Вот так вот. Вот тебе и численное преимущество. Вот тебе и передышка, да? Да. Это всегда опасно, вот в концовке особенно. Когда вот такие и Спартак вчетвером атакует. Ну, хорошо, торпедцы отбирают шайбу. Надо. Ну что ж тут здесь теряем на выходе из зоны. Посмотрите. Ну, хорошо, Тёрберг. Браво! Тёрберг там исправил свою же ошибку. Борьба на площадке и в прямом, и в переносном смысле слова. Михаил Тюляпкин. 3 минуты до окончания третьего периода. Не тороплю события, поэтому говорю третьего периода. Спартак начинает атаку из своей зоны. И проброс. Да. 57,5 минут чистого времени провели команды на площадке. Всего-навсего одна заброшенная шайба. Вот здесь Михаил Раков мог забить. Лошак опять. Очень здорово сыграл Ян Лошак. Но нас устроит и одна заброшенная шайба, поскольку заброшена она нижегородским торпедом. 150 секунд до сирены. Есенко в шаге. Руслан Зайнулин, Горбунов и Угаров, да, звено такое, торпеда. Есенко и Тюляпкин. Сейчас, конечно, в первую очередь, внимание обороне. И дело идет к тому, что Спартак будет заканчивать этот период, снимая вратаря. Посмотрим, надо. Торпедовцам отдать 2 минуты. Шайбу, вывести, да, из зоны и постараться ее доставить в зону Спартака. Ну, Спартак, видите, вбрасывает шайбу в зону торпеда. И торпедовцы перехватили шайбу и бросили в зону Спартака. Эллисон. Атакует владеющего шайбой игрока. Это Денис Бодров был. Олег Петров. С неудобной руки. Опасно бросал. Опасно. Ну, хорошо. Виталий Коваль, в общем-то, был готов к этому броску. Ну что, ожидает нас развязка. Я думаю, что это сейчас так возможен тайм-аут. И замена вратаря. Ошибаюсь ли я или окажусь прав, мы узнаем в ближайшие несколько секунд. Ну точно, не ошибаюсь. Ну было бы странно, если бы Федор Конорекин, опытный, повел себя как-то иначе. Конечно, потому что брасывание в зоне торпеда здесь может быть и такой случай не представится больше. Это очень удобная ситуация, потому что брасывание в зоне атаки. Вот Федор Конорекин на макете показывает расстановку. И откуда атаковать. Иногда выпускают 4 нападающих, а иногда 3 защитника выпускают в игре 6 на 5. Вот этот третий защитник середину перекрывает, а 2 других борта. И вот атака идет от этих всех 3 защитников. Ну, чаще выпускают нападающего.
Посмотрим. Сейчас нужно собраться, очень хорошо сыграть на подборе. И не стараться забить из своей зоны гол. Потому что обычно через середину выбрасывают. И вот, хорошо, бортом. Нет, не удалось. Тем не менее, в прыжке рукой. Да, через середину обычно выбрасывают, перехватывают и опасный момент создают. Выходит шайба. Хорошо, хорошо. Сейчас шайбу выбрасывают из зоны. Минута. Браво! Хорошо, на перехвате сыграл. Потапов, это был Максим Потапов. Максим, да, он вообще очень хорошо играет в обороне. Игрок такой оборонительный план, и не чувствует, часто его выпускает. Портат с воротами. Сейчас Олег Петров, по-моему. Наброс, не доходит шайба до ворот. И нет, торпеда не удается выбросить шайбу. 6 секунд. Какой кошмар. Так, так, за 6 секунд. За 4. За 4 даже. Козлов. Потерял. Да. Потерял Коваль. Шайбу из вида. Показывает Олега Петрова. Да, был скрытый пас. Значит, опытный нападающий Олег Петров, видите, как нашел передачу. Николай Бушуев забивает эту шайбу за 4 секунды до окончания. Ничего страшного, кричит своим хоккеистам Вячеслав Рьянов. Обидно, обидно за 4 секунды пропускать гол. Один-один. И сейчас прозвучит сирена. Конечно, очень обидно. Удаление еще дает судья. Втроем будем играть. Против четверых спартаковцев. Да. Это Вячеслав Буланов. Да. Игрока, не владеющего шайбой, показывает удаление. Со свистком практически получили мы еще удаление. Сейчас, как обычно, 3 минуты пауза. И в регламенте 4 на 4 проведем 5 минут. Ну, с учетом того, что действительно удаление, будем мы играть, как вы правильно сказали, трое против четверых. Да, сейчас 3 на 4. Это, в общем-то, осложняет. Ну, хочу напомнить, что это третий подряд выездной поединок «Торпеда». В Донецке автозаводцы выиграли в серии буллитов. Вот удаление еще. Да, да. В Риге, ударов, да, по-моему? Да. В Риге получили полноценные 3 очка, переиграв «Динамо» 4-3. Здесь, к сожалению, в основное время довести до победы не смогли. А, помимо прочего, хочу напомнить телезрителям, что спортивный уикенд в Нижнем Новгороде продолжается. По окончании этого матча континентальной хоккейной лиги на канале «Россия-24» вы увидите трансляцию баскетбольного матча, матча профессиональной баскетбольной лиги ПБЛ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимает самый восточный клуб России, «Спартак Приморье» из Владивостока. Ну и плюс накануне вечером свой поединок провела Нижегородская волейбольная губерния, которая тоже выступает, как мы знаем, в элитном спортивном дивизионе, в суперлиге. Губерния без особых проблем разобралась со своим соперником Ярославичем из Ярославля. И сейчас в своей красной зоне уверенно занимает первое место, оторвавшись от ближайших преследователей на 5 очков. Пауза завершена. Мы возвращаемся
ледовую площадку. 5 минут овертайма. Первые из них 2. В формате 4 игрока у «Спартака», 3 у «Торпедо». Благодаря удалению Алексея Угарова. У нас 3 в таком исполнении. 2 защитника. И это не маленький, да, по-моему? И Горбунов. Ну что, шайба перескакивает через крюк клюшки и уходит после паса Бушуева в зону «Спартака». 33-й номер. С шайбой это Денис Бодров, защитник первой пары. А сейчас у «Торпедо» 2 нападающих и 1 защитник. Маленьких и... Коваль вручает. Да, маленьких, Эллисон. Судья мешает. Варнаков. Да, судья помешал выбросить шайбу из зоны, да? Да, шайба попала в него. К сожалению, не удалось выбросить. Это очень и очень чревато. Бодров шайбы. 33-й номер. Ну что ж, да. 2 очка потеряны за, все-таки не за 4, а за 6 секунд до окончания основного времени. Очень обидно. Тем не менее, 1 очко в активе «Торпедо», поэтому сейчас с 59 очками автозаводцы сравниваются с «Донбассом» и «Минским Динамо». Но у тех по матчу в запасе. Очень жаль. Ну, что есть, то есть. Я напомню, эта трансляция – часть проекта совместного Нижегородской государственной областной телерадиокомпании ННТВ и ГТРК «Нижний Новгород». 25 января, в следующую пятницу, автозаводцы в своем дворце будут принимать мытищинский «Атлант». И, в общем, ничего еще не потеряно. Еще впереди 7 матчей, заключительных матчей регулярного первенства, которые и определят, кто идет дальше, кто отправляется отдыхать. Дим, надо сказать, что шайбу забросил Штефан Ружечка. Вот он на ваших экранах. Ну что ж, всего хорошего. До встречи на играх КХЛ. Всего доброго.